Аркадия Верченко, знатоки женского сердца. Когда на Макса Двуутробникова нападал прилив откровенности, он простодушно признавался. «Я не какой-нибудь там особенный человек. О нет, во мне нет ничего этакого, небесного. Я самый земной человек». «В каком смысле земной?» «Я – реалист-практик, трезвая голова, ничего небесного» только земное и земное. Но психолог, но душу человеческую я понимаю. Однажды, сидя в будуаре Евдокии Сергеевны и глядя на ее распухшие от слез глаза, Макс пожал плечами и сказал, «Плакали, от меня ничего не скроется. Я психолог, не нужно плакать, от этого ни выгоды, ни удовольствия». «Вам бы только все выгода и удовольствие», покачала головой Евдокия Сергеевна, заправляя под наколку прядь полуседых волос. «Обязательно. Вся жизнь соткана из этого. Конечно, я не какой-нибудь там небесный человек, я земной». «Да? А его двое старше вас, а не могу разобраться в жизни». Она призадумалась и вдруг решительно повернула заплаканное лицо к Максу. «Скажите, Мастаков пара для моей лиды или не пара? Мастаков-то, конечно, не пара. Ну вот, то же самое я ей говорю. Она и слышать не хочет. Влюблена до невероятности. Я уж, знаете, грешный человек, пробовала и наговаривать на него, и отрицательные стороны его выставлять, и ухом не ведет. Ну, знаете, это смотря какие стороны выставить. Вы что ей говорили? Да уж будьте покойны, нехорошая говорила, что он и картежник, и мод, и женщины за ним бегают, и сам он дек женскому полу неравнодушен. Так расписала, что другая бы и смотреть не стала. Мамаша, простите, что я называю вас мамашей, но в уме ли вы? Ведь это нужно в затмении находиться, чтобы такое сказать. Да знаете ли вы, что этими вашими наговорами – Этими его пороками вы втрое крепче привязали ее сердце. Мамаша, простите, что я вас так называю, но вы поступили по-сапожнически. Да я думала ведь как лучше. Мамаша, хуже вы это сделали, все дело испортили. Разве так наговаривают? Подумаешь, мод картешник, да ведь это красиво, в этом есть какое-то обаяние. И Герман в пиковой даме картежник. А смотрите, в каком он ореоле ходит. А отношение женщин... Да ведь она теперь Лида ваша гордится и Мостаковым этим паршивым. Вот, дескать, какой покоритель сердец. Ни одна перед ним не устоит, он мой. Эх вы! Нет, наговаривать, порочить, унижать нужно с толком. Вот я наговорю, так наговорю, и глядеть на него не захочет. Макс, милый, поговорите с ней. И поговорю, друг я вашей семье или не друг. Друг? Ну, значит, моя обязанность позаботиться. Поговорим, поговорим. Она сейчас где? У себя, кажется, письмо ему пишет. К черту письмо. Она не будет послана. Мамаша, вы простите, что я называю вас мамашей, но мы камня на камне от Мостакова не оставим. Здравствуйте, Лидия Васильевна письмецо строчите, дело хорошее. А я зашел к вам поболтать. Давно видели моего друга Мостакова. Вы разве друзья? А Мы-то водой не разольешь. Я люблю его больше всего на свете. Серьезно? А как же? Замечательный человек, кристальная личность. Спасибо, милый Макс. А то ведь его все ругают, и мама, и все. Мне это так тяжело. Лидочка, дитя мое, вы простите, что я вас так называю, но никому не верьте. Про Мостакова говорят много нехорошего. Все это ложь. Приотчаянная и зловонная ложь. Я знаю Мостакова, как никто. Редкая личность. Душа изумительной чистоты. Спасибо вам. Я никогда не забуду. Ну чего там? Стоит ли? Больше всего меня возмущает, когда говорят «Мастаков мод», «Мастаков швыряет деньги, куда попало». Это Мастаков-то мод, да он прежде чем извозчика нанять, полчаса с ним торгуется. Душу из него вымотает, от извозчика пар идет, от лошади пар идет и от пролетки пар идет. А они говорят мод, раз за три отойдет от извозчика, опять вернется и все это из-за гривенника. Ха -ха -ха. Хотел бы я быть таким мотом. Да разве он такой? А со мной, когда едет, никогда не торгуется. Ну что вы, кто же осмелится при даме торговаться? Зато потом, после катания с вами, придет, бывало, ко мне уж он плачет, и уж он стонет, что извозчику целый лишний полтинник передал. Жалко смотреть, как убивается. Я его ведь люблю больше брата. Замечательный человек. Замечательный. Он-то. Вы еще не знаете эту кристальную душу. Твоего, говорит, мне не нужно, но уж ничего из твоего, говорит, не упущу. Ему горничная каждый вечер счет расходов подает. Так он копеечки не упустит. Как? говорит. Ты спички поставила 25 копеек пачка. А на прошлой неделе они 23 стоили. Куда две копейки дело? Признавайся, право. Иногда глядя на него, просто зависть берет. Однако он мне несколько раз подносил цветы. Вон и сейчас стоит букет. Белые розы и мимоза. Чудесное сочетание. Знаю, говорил мне. Розы 4.20, мимоза 2.40. В разных магазинах покупал. Почему же в разных? В другом магазине Мимоза на четвертак дешевле. Да еще выторговал 15 копеек. О, это настоящий американец. Воротнички у него, например, гудоперчивые. Каждый вечер резинкой чистит. Стану я, говорит, прачек обогащать. И верно, с какой стати? Иногда я гляжу на него и думаю, вот это будет муж, вот это отец семейства. Да, Счастлива будет та девушка, которая... Постойте, но ведь он получает большое жалование. Зачем же ему? Что? Быть таким экономным? А вы думаете, пока он вас не полюбил, ему женщины мало стоили? Как? Неужели он платил женщинам? Какая гадость. Ничего не гадость. Человек он молодой. Сердце не камень, а женщина вообще лидочка. Простите, что я называю вас Лидочкой. Страшные дуры. Ну уж и дуры. Дуры, стукнул кулаком по столу разгорячившийся Макс. Спрашивается, чем и Мостаков не мужчина? Так нет, всякое нос воротит. Он, говорит она, неопрятный. У него всегда руки грязные. Так что, что грязные? великоважность, Зато душа хорошая зато человек кристальный. Это вот, например, извольте знать, Мария Кондратьевна Ноздрякова. Извольте знать? Нет, не знаю. Я тоже, положим, не знаю. Но это не важно. Так вот, она вдруг заявляет. Никогда я больше не поцелую вашего Мостакова. Противно. Это почему же, скажете на милость, противно? Кристальная, чудесная душа а вы говорите противно. Да я, говорит, сижу вчера около него, а у него по воротнику насекомое ползет. Сударыня, да ведь это случай. Может, как-нибудь нечаянно с кровати заползло? И слышать не хочет глупая баба. У него, говорит, и шея грязная. Тоже, подумаешь, несчастье, катастрофа. Вот, говорю, уговорю его сходить в баню, помыться, и все будет в порядке. Нет, говорит, и за 100 рублей его не поцелую. За сто не поцелуешь, а за двести небось поцелуешь. Все они хороши, женщины ваши. Макс, все-таки это неприятно, то, что вы говорите. Почему? А по-моему, у такого ярко выраженная индивидуальность. Протест какой-то красивый. Не хочу чистить ногти, не хочу быть как все. Анархист. В этом есть какой-то благородный протест. А я не замечала, чтобы у него были ногти грязные. Обкусывает. Все великие люди обкусывали ногти. Наполеон там, Спиноза что ли. Я в календаре читал. Макс взволнованный помолчал. Нет, такого я люблю, и глотку за него всякому готов перервать. Вы знаете, такого мужества, такого терпеливого перенесения страданий я не встречал. Настоящий муций из цивола, который руку на сковороде и жарил. Страдания? Разве Мостаков страдает? Да, мозоли. Я ему несколько раз говорил, почему не срежешь? Бог с ними, не хочу возиться. Чудесная детская хрустальная душа. Дверь скрипнула. Евдокия Сергеевна заглянула в комнату и сказала затаенным вздохом. «Мостаков твой звонит. Тебя к телефону просит. Почему это мой?» Нервно повернулась в кресле Лидочка. «Почему вы все мне его навязываете? Скажите, что не могу подойти, что газету читаю. Пусть позвонит послезавтра или в среду, не суть важно». «Лидочка», — укоризненно сказал двуутробников, не будьте так с ним жестоки. Зачем обижать этого чудесного человека, эту большую ароматную душу? Отстаньте вы все от меня, закричала Лидочка, падая лицом на диванную подушку. Никого мне, ничего мне не нужно. Двуутробников укоризненно и сокрушенно покачал головой. Вышел вслед за Евдокией Сергеевной и, деликатно взяв ее под руку, шепнул. «Видали?» Послушайте, да ведь вы чудо сделали, да ведь я теперь век за вас молиться буду. Мамаша, сокровище мое, я самый обыкновенный земной человек. Мне небесного не нужно. Зачем молиться? Завтра срок моему векселю на полтораста рублей, а у меня всего восемьдесят в кармане. Если вы... Да Господи, да хоть все полтораста. И подумав с минуту, – сказал двуутробников снисходительно. «Ну ладно, что уж с вами делать. Полтораста так полтораста. Давайте».